о приметах. Для меня самое плохое, когда я иду, допустим, вот раньше иду на работу или иду куда-то на такое деловое мероприятие, и мне переходит дорогу мужчина с пустыми ведрами или с пустыми вот этими такими там бочонками или с пустой какой-то тарой. Все. Я знаю, это будет неудачный день. Может быть, я сама себе внушила, не знаю, но это неудачно. Если я вижу, как-то женщина еще более-менее, но если идет мужик с пустым ведром, я стараюсь его обойти или жду, пока кто-то пройдет, такая вредная. Но это такая гадкая примета, вот на невезение. Я сниму вот еще одно видео, знаешь какое? Как обрабатывать от ранок от укусов комаров. Вот это.